и сердечно. Да, да, в кадре. Вы серьезно? Ну хорошо, хорошо. Артиллерийцы подбили три танка, самоходное орудие. Наша задача именно пропагандировать миролюбие среди людей, не только нашей республики, но среди людей всего мира. Если будет мир, значит, будет прекрасная жизнь всех. И мы к этому стремимся. И в этом плане особая роль сегодня нашей молодежи. Праздник светлый, добрый, который нам еще раз напоминает о том, что мы одна страна, у нас одни цели, мы должны жить в мире, в покое и всегда чтить нашу историю и делать все возможное, чтобы страна процветала и у нас все было очень и очень хорошо.